продается вилла в Армадитадже. Бассейн, огромный сад с фруктами. Около 40 деревьев оливковых. Летняя кухня. Вид на море, горы. Это все вот у хозяев большой сад. Они за ним ухаживают, что здесь только не растет. И бананы, и грецкие орехи. Разные виды апельсинов, мандаринов и так далее. Дом новый. Ему где-то 2 года. Здесь вино они хранят. И его делают, правда, немного. Виноградник здесь у них небольшой. Это закрытая кухня. Так, ну вот, в принципе, сам дом. Дом состоит из 3 входов. Один для хозяев и 2 других для гостей. Например, бананы тут у них. Огромная территория. Здесь вот заканчивается дом. Это гостиная с каминным залом. Еще раз говорю, все новое. Небольшой офис. Кухня, зал еще один. Ванная комната. Спальня с кондиционером. Здесь ванная с гидромассажем. Для вещей. Здесь для гостей у них.
стоит недорого, хозяин просит 1 200 000. За 1 000 000, значит, отдаст.